У нас на интервью нападающий хоккейного клуба «Белые медведи» после победного матча с хоккейным клубом «Витязь», город Чехов, 17, номер Никита Смагин. Никит, привет. Здравствуйте. Как тебе сегодняшняя встреча? Вообще, что скажешь, например, о первом периоде? То есть, почему такая была небольшая результативность и почему вот такое вот произошло во втором периоде, такая ферия голевая? Ну, потому что в первом периоде мы были не очень настроены, и вот у нас мало чего получалось. А вот второй период нам тренер объяснил тактики, настроил нас, и мы пошли вперед. Понял, но вот как думаешь, что сейчас вообще происходит? Тут ребята бегают, может быть, наставнику вашему что-то не понравилось? Ну да, потому что мы себя плохо на площадке, ну, на лавочке вели себя, то, что типа все хотели много играть, а их выпускали немного. Вот они все там расплакались, много психовали, и тренер решил, чтобы мы бегали. А как у тебя сегодня по игровому времени? У меня сегодня отлично, много. Ну, а как вообще твои действия? Сегодня было за твоей игрой приятно наблюдать, то есть и сольные проходы, и две заброшенные шайбы. Расскажи, какая тебе понравилась больше из твоих? Мне понравилась моя вторая, когда я прошел один, мне дали пас, я убрал на одну руку, потом вошел в две руки и бросил под ловушку. Смотрел сразу на голкипера или... ну, как действовал, в общем, при обыгрыше? Смотрел в лицо соперника. То есть ты переигрываешь так вот, ты гипнотизируешь соперника? Да, как-то так. Ну вот расскажи, у тебя вообще в твоем исполнении было много таких интересных технических элементов, то есть отрабатывается как-то это на тренировках. Расскажи немного про сам тренировочный процесс. Ну, у нас мы больше всего отрабатываем технику, иногда у нас в неделю есть одна тренировка, когда мы бегаем. Вот. А так мы все время обыгрываем стойки, делаем комбинации и бросаем поворотом. Я тебя понял, но... Может быть, хочешь кому-то передать привет? Может быть, хочешь вообще поблагодарить кого-то за эту игру? Давай сначала отметишь пару партнеров своих, если кого-то действительно хочешь отметить. Может быть, тренерский штаб. В общем, отметь пару игроков из своей команды. Ну, во-первых, наш тренер Владимир Николаевич Солдатов. И я бы отметил своего центрального нападающего Матвея Головенкина. Ну вот тогда, если есть возможность, такая есть возможность, действительно, можешь передать кому угодно привет, можешь пожелать что-то. Да, передаю привет Воробьеву Владиславу, у него сейчас операция, поэтому не поехал на турнир. Ну вот, желаю ему здоровья. Понял, ну в общем, не буду тебя отвлекать, тут ребята отбывают наказание. Как бы это грустно ни звучало, но все равно желаю тебе успеха в следующих матчах, с победой тебя. Ну и желаю тебя больше видеть в заброшенных шайбах. Хорошо, спасибо.